Тюменские поисковики вновь отправились в экспедицию. Отряд из 46 школьников и студентов едет в Новгородскую область на места боев Великой Отечественной войны. В течение 3 недель ребята будут жить в полевых условиях и вести поисковые работы. Почти половина отряда – девушки. Они работают в равных условиях с остальными и не хуже справляются с поставленными задачами. Главная цель поисковиков – найти солдатский смертный медальон. Это эбонитовая капсула, где солдат записывал свою фамилию, имя, отчество, адрес семьи. И поэтому смертному медальону похоронная команда должна была установить его личность и сообщить родным. В прошлом году в Тверской области поисковики нашли останки сбитого самолета ЛАГ-3. По предварительным данным, в этом районе могут быть еще 3 самолета. Искать их отправятся летом.